Ты знаешь слово «ахпер», что означает на армянском? Брат. Брат. А ты мне брат? Не знаю, был раньше. Был раньше. А брат в крысу что-то делает под спиной? А ты не в крысу сейчас меня... Я говорю, брат в крысу что-то делает за спиной? А я не делал ничего за спиной. Не делал ты? Ну ладно. Мне было всего лишь это надо было услышать от твоих, чисто чтоб ты подтверждал эти, типа, ты не крысил. Копти во сколько хочешь. Передай своему Эмилию Хуйпелеву или как там, пусть нахуй идет свою ФБР. Я ему в репорт тоже написал, нахуй иди ФБР, чё залезешь в гетто. Что когда твои со снайперки стреляют по нам, он за инта в бою там и так далее. У меня на него такое фрапсис, когда он признался лично, что он вас прикрывает. Передай ему привет и передаю тебе привет, скажу, что ора тебе снимут. Давай, Олег. Ну ты сам знаешь, клонфиш вырубай, пожалуйста, еще. Кстати, вот хотел с тобой на эту тему поговорить. На какую тему? Когда я с тобой начал общаться? Сам посмотри. Давным-давно. Давным? Какой у меня голос был, Олег? Ты, блядь, понимаешь, ты мне Миша сказал, что ты с Клоунфишем разговариваешь. А, и там был Миша, фрапс. Я Мишу верю, потому что Миша мне друг. А ты кидала. А потому что Миша тебя кидал, и твои мультики все специально банил, когда был на админке, он тебя ненавидел, он хотел тебе вообще перебанить тебя, твой состав. Когда, вот знаешь что? Давай, Олегджан, пока. Знаешь что, когда нельзя Мише, за спиной, послушай, блядь, внимательно, нельзя за спиной людей что-то говорить. Если есть у тебя не личный неприязнь к Мише есть, у тебя в сторону. Школьники сидят, а чё? Ты гонишь на меня, хотя у тебя... Школьники у меня в фаме? Да, Зорник Асал. Допустим, смотри. Допустим, ну, Зорник столько лет, сколько и тебя, верно? Допустим. Ну, допустим. Вы оба малы. Потому он себя хоть адекватно ведет, он себе нормально ведет. Он не крысил. Ты крыса. Киря, ты крыса. Я не крыса. Ладно, Киря, удачи, спасибо. Все. Все. До свидания. Посмотрим потом, кто будет крысой, кто нет. Да, вот он. Ага. Да, блядь, иди в жопу, я сказал, на армянском не разговаривай ты. Короче, я становлюсь на лидерку. Да. Сейчас. Вот, смотри. Только ему пока ничего не говори по-братски. Нет. Вот это он мне сегодня пишет. Радик, мы с тобой по 50 тер берем. Я вангую. Он вчера мне звонит и говорит, вот так, братишка, я был неправ, то, что типа на тебя погнал. Я в каком смысле ты на меня погнал? Ну, он кричит, я тебя не остановил, когда ты ливнулся. Ага. Я чё, это не ты виноват, просто говорю. Ты же сказал, что пойдешь на Алика, на Асал. Я сказал, я не пойду против Алика, потому что это свой пацан. Он кричит, ты ж на лидерку встанешь, у них больше всех тир. Я говорю, я без разницы, говорю, если они меня будут коптить, я только тогда буду их коптить. Но так как там Алик и Арам, я на них не пойду. Ага. Понимаешь, что это? Да, я слушаю. Давайте. Он говорит, ясно, ты же с ним в плохих отношениях был. Я говорю, я никогда с Аликом в плохих отношениях не был. Может, в чем-то он на меня был обижен или я, ну, я такого не припомню даже. Ага. Мы про это забыли, кстати. И он говорит мне, давай, говорит, так. Сейчас досаживаем, говорит, Рифу, Грувов. И так как у них будет респа, они не смогут выйти с нее, мы кидаем 4 вара, поговариваем всех, кидаем Алику вар. И сажаем его в 4 вара. Берем с тобой по 50 тер, и получается Асала сосуд. Ну, Ради, я что могу сказать? Ты сам помнишь, на асаловских лидах ты был. Три лида, 4 вара у нас было. Мы на респу не сели, мы поднимали теры. Просто знаешь, в чем суть? Что он крыса. Я когда говорю, что он крыса, он говорит, Алик, я пытаюсь с тобой нормальные отношения вести, нормальный диалог, мы с тобой пообщаться. Вот видишь, он за моей спиной что кое-что творит. Вот как думаешь, это красиво? Ну, я, если честно, считаю, что это реально некрасиво просто. Может, блядь, ему кинуть 4 вара, чтобы он, блядь, свой испуканский школьник на место чтоб поставили, блядь. Знаешь, как есть человек, который свой ротик так
чуть-чуть открывает побольше, его надо закрыть. Потому что если он откроет, потом гораздо больше откроет. Он задумался, типа, там, Science Scorsese у нас, там, типа, они фильм сняли, нет, там, КВ... Science Scorsese ко мне идет. Я знаю. Типа, КВА, хуева, МВА, блять, мне это школьниковские понты, ты сам знаешь, до горла дошло. Мне похуй, кто против меня. Вот, если... Просто... Тогда мы так делаем. Пусть ты станешь на льду, кинем ему вар, сядет на респу, посмотрим, красиво будет или нет. Но мы не будем чисто как он крысу, мы прямо его в лицо скажем. Вот, сучка, смотри. Это не твои слова? Да без базара, просто-напросто. Просто, Радик, я могу тебе что сказать. Ты спасибо, ты настоящий друг, что не подвел меня там, типа, можно сказать. Там есть люди, которые не вместо тебя, допустим, был бы другой, не сказал бы мне такое бы инфу. Просто я в шоке. Я не знаю, у меня слов нету. Вот и все. Просто-напросто этот человек, я не понял, как я даже не в крыс сегодня, когда Роди сказал, будем коптить вагасов. У этого человека финда не было, я ему написал: Киря, мы тебя коптим. Вот, я тебе даю 10 минут, соберись. Ага. Чтоб ты потом не говорил, что вот мы в крысу закоптили. Я тебя предупредил, говорю. Чтоб ты не сказал, фу, крысы, там у тебя состава не было. Я тебя предупредил. Он все, спасибо, Радик, все нормально. Ясно. Эх, вот такой. Ну я ему говорю, я на твоей там стороне. Да, конечно. Он, знаешь, почему очкует на меня идти? Угу. Ему Веласа написал, говорит, ты хочешь, да, с Радиком вар? Кто? Валя написал ему? Да. Бог, пусть типа состав бригады. Да мне насрать на этих ютуберов, блядь, сам знаешь, блядь. Не, просто эти пацаны идут все ко мне, и я хочу, походу, с нами Вагас вар. Валя нормальный парень, я с ним несколько раз общался. Все пацаны нормальные, и Трава, и Сантьяго. Трава — это неадекват, я его давным-давно знаю, блядь. Трава. Просто, Радик, я в шоке, честно, клянусь матерью, я не ожидал, что такое будет. Просто он мне такое пишет сейчас. Просто не знаю, у меня слов нет, короче. Шайте, переписку скину, смотри. Да ты вчера скидывал в РК. Вот видишь, после этого как можно человека простить, блядь, пятый или десятый раз? Я в шоке просто. Просто знаешь, вот ты вчера сказал, ага. Валенсия когда-то был реально прав, когда говорил, да все они крысы. Я говорю, все Валенсия. Все настоящие, они рядом. Да. Сейчас, секунду, Алик, извиняюсь. Угу.